Накануне днем в 3 метрах от берега Березины на Комбинатской сотрудники освода обнаружили тело мужчины. Это первая жертва купального сезона в Бобруйске. Несанкционированные пляжи взяли под особый контроль. Что за это административная ответственность несется, знаете? А что вы делали? Мы вот сухие стояли. Вы купались? Да. Акватории в запрещенных местах не обследованы. Здесь не проводится очистка, скорость течения не соответствует мерам безопасности. Зачастую на дне можно наблюдать резкие уклоны, коряги и осколки стекла. В поле зрения правоохранителей несовершеннолетние и нетрезвые отдыхающие. Именно последние тонут один за одним. Выйти сухим из воды не получится. Чаще всего в местах массового отдыха граждан происходят такие нарушения, как купание в местах запрещенных, которые влечет наложение административной ответственности от 1 до 3 базовых величин, распитие спиртных напитков или пива, которое влечет наложение административной ответственности до 8 базовых величин, а также нарушение правил остановки стоянки транспортных средств, которое влечет административную ответственность в размере 1 базовой величины. К купальному сезону в городе подготовили 4 пляжа. Центральный в Перебрезинском микрорайоне, вблизи здравницы имени Ленина и санатория «Шинник». Здесь взяты пробы воды, оборудованы раздевалки, душевые и туалеты. Есть питьевые фонтанчики, летние кафе, работает прокат шезлонгов и зонтиков. Но главное, дежурят спасатели. Здесь мне понравилось удобно с ребенком, потому что пляж неглубокий и очень удобно отдыхать. Нередко трагедией заканчивается и купание с надувными матрасами. Особенно это опасно в запрещенных местах и для тех, кто не умеет плавать. Достаточно даже слабого ветра, небольшого течения, и отдыхающего уносит на дальние расстояния. Гусиный луг – одно из самых опасных мест. Здесь вода унесла уже несколько десятков жизней. Вначале тут мелко, потом идет скат. Неопытного пловца может унести на глубину до 3 метров. На прошлой неделе в Беларуси утонули 29 человек, только за выходные 13, один ребенок. Всему виной беспечность. Помните, вода может сыграть злую шутку даже с неплохими пловцами. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.